17 лет без собственного дома. Циркачи Бурятии сегодня во всеуслышание объявляют. Они практически находятся на улице. Нет своего помещения, нет тренировочной базы. Спустя 3 месяца гастролей они вновь вернулись в никуда. И даже пресловутую пресс-конференцию им пришлось провести в библиотеке. Похвастаться есть чем. Самые долгие гастроли в их истории и фурор на Дальнем Востоке. С августа этого года наша труппа дала почти 50 выступлений в Хабаровске и Якутске. Очень было интересно и, наверное, ново для нас, когда мы стоим в одном городе, даем более 25 представлений. В первый день зрительный зал, наверное, минут 10-5 не отпускал артистов, аплодировали стоя, кричали «Молодцы! Ура!». Для нас это такой, наверное, большой показатель. Бурятский цирк на сегодня самый выездной цирк в России. Более 80% выступлений артисты проводят в гастролях. Но причина этого скорее негативная. Уже долгие годы труппа репетирует в арендованном здании. То есть у нас нет своего помещения, у нас нет своей тренировочной базы. То есть мы практически находимся вот на улице. Конечно, благодаря правительству нашей республики, которая выделяет нам 1,5 миллиона на аренду помещения, мы можем заниматься в спортивном зале КСК, в нашем КСК «Байкал». Но это помещение на сегодняшний момент уже не удовлетворяет наших потребностей. Вот такие трудности цирк испытывает с первого дня создания в 90-м году. За это время многих бурятских артистов забирал в свое шоу знаменитый «Дюсалей». А сама труппа успела объехать полмира. Через 1,5 месяца гастролеры наконец-то выступят и для жителей своей республики.